Тогда второй вопрос, я сдохну или нет? Ты не сможешь взять? Ты меня затроллил. Я больше не читаю ни одного сообщения с чата. Это не последний стрим перед отъездом, это последний стрим в моей жизни. Там же что-то опять их ребалансили, эти сделки как-то меняли. Я еще в старых не успел разобраться, они уже что-то фиксили. Но я сейчас сдох, как будто как в Afterbirth Plus. Feels like I'm walking on sunshine. Привет, Тиджон. Спасибо, что подрубил стрим. Я ждал этого весь день, ведь я не могу норм двигаться из-за перелома ключицы, плюс я заболел. Какой отстой, чувак. Я не весь донат услышал. Сейчас допройду. И перечитаю. Будем считать это про-геймер тактический мув. Потерять сердце, чтобы убить всех в комнате. Они как-нибудь помечаются после харчка или нет? Они, по-моему, краснее становятся. Блин, взрыв охерительный. Вообще, новые всякие эффекты. Особенно Мама Мега. Мне супер нравится. Это, кстати, были монстры из альтернативной локации. Да ёпта. С ума сошел. Можно было бомбы толкнуть. Так, что там? Привет, Жест. Спасибо, что потребил стрим. Я ждал этого весь день. Я не могу норм двигаться из-за перелома ключицы. Плюс я еще заболел. О, Дедлик, я тебя, кстати, 1000 лет не видел на стримах вообще в принципе. Но ник я твой очень хорошо помню. Спасибо за донат. Не знаю, слово выздоравливаю как-то всегда мне странно ощущается при переломах и всяком таком, но надеюсь, ты пойдешь быстрее на поправку. Спасибо за бабло. Из них кровечки много идти начинает. Хаотич. Привет. Не, есть оправдание. В последнем патче добавили обратно то, что теперь можно брать предметы, даже если у тебя не хватает ХП. Нельзя брать предметы, на которые у тебя нет ХП, если у тебя есть возрождение. Изначально нельзя было в DLC, потом вернули. Короче, сейчас у нас все по старинке, правильно? Сегодня только на Азазеле? Не. Я думаю, сегодня всякое разное будет. Нихера пушбэк! А достаточно один раз пометить или как? Блин, как я плохо играю. Походу... Не-не-не, на время вешается. Либо на количество выстрелов определенное. Сейчас повторно уже не работает. Я ужасен. Слушайте, ну я последние несколько дней играл в лол, поэтому скидочка, хорошо? Скидочка на плохую игру. Я возьму это и возьму вот это тоже. Ладно, удачи с приездом. Я потопал насчет коопа, решим, если что, спишемся. Принесем тебя через границу. Да, хорошо, таракан.
Был рад видеть очень. У меня сопливый брим теперь. Каточки на троксе попроще, чем на Альта Зазели, так и запишем. Нет, такого я не говорил. Может быть, я просто привык в лоле сусать? Да что это за дела такие, а? Сопли с брима навешиваются, это... А это закон вообще? Это, кстати, уже победа, если я не буду умирать. Надо просто хп стакать и все. Сопли стакаются с брима, чего нахрен, это же... Это же, ну, жесть. Абсолютная. Птицу бери, но с моим геймплеем, наверное, стоит. Слушайте, ну альтернативная Азазель мне нравится. Брим с эпикаком на Азазели, насколько я понял, убивает его. Все еще нужно чутка удерживать. Ну окей, у меня все же сопли, поэтому я думаю, это стоило того. О, спасибо фреймам. Типа, знаете, раньше Азазель был персонаж, который, ну, считался такой. Изи, да? Новая Азазель как раз-таки требует умения играть. То есть то, как ты будешь обращаться с вот этим плевком. Ну и Брим его не выглядит как имба. Ну, то есть он все еще лучше, наверное, стартовых слез, но... Но он не выглядит сломанным. Так, это последняя волна. Нормально в целом. Не так плохо еще прошел. Я сижу на стримах, просто не сильно пишу в чат. Я смотрю много таких, кстати, из... Старичков. А рейнджа что-то ему дает или нет? Или пофиг вообще? Хочу ли я ключ? Вообще как-то магазин не сильно интересный. Вот это он задоржил. В стенку. А-а-а! А-а-а! Окей, там альтернативный с пауками. Это тоже альтернативный, да? Тоже без брима. Нормально, я просто стою здесь и стреляю. Рано или поздно оба сдохнут. Тебе не очень везет на этого босса? А, очень везет. Здорово, Динжи, кстати. Ладно, я куплю ключик, пофиг.
При входе в комнату ты получаешь маскировку, и тебя какое-то время не видят монстры. Интересно, это в гриде работает нормально или как говно? Я в любом случае должен их брать. И с рейнджой. С рейнджой все еще вопрос актуален. Что-то дает, нет? Было бы прикольно, чтобы от рейнджи ширина брима увеличивалась. Включайте каешки. Всем здорово. Ничего не дает. Увеличивает дальность чиха. Кстати. Уверены? На червяке, наверное, лучше всего можно заметить. Эй, Камакит! Или как оно там называлось? Ну хотя я, по-моему, быстро сам вышел из стелса. Слушайте, ну походу все, мой про геймер мув на мили атаки закончен. Я каждый раз, когда пытаюсь ее использовать, я получаю дэмэдж. Думаю, потренируем в следующих забегах на первых этажах. Крутые бомбы. Плюс я их ни разу не подбирал, поэтому возьмем. Хочу ли я прямо здесь потратить одну бомбу? Наверное, можно. Не уверен, что это стоило того. Shot speed down. Feels like I'm walking on sunshine. Азазель, по факту, Валер. Надеюсь, не надо объяснять, как связывать чертей. Кеку. Чё аддиктед делает? Addicted. Я уже не помню. Гамму-кит не работает на боссов, только на обычных врагов. Отстой. Вместо полсердечка урона получаешь целое сердце. Ой, кошмар. Зель, по факту, лоллер. Надеюсь, не надо объяснять, как связывать чертей. Я слишком глуп для такого юмора? Или я чуть не выкупил? Брима от бомб тебе дамажит? По идее, не должен. Реген. Все, хорошо, стакаем хп. Все, стакаем хп, стакаем хп. Погнали. Говорят, какая-то суперкрутая батарейка. Суперкрутая какашка. Жалко, не тринкет. Но жаловаться не буду, потому что и так повезло. Сразу зайдем, наверное. Я, блин, покупал предмет, чтобы был локап. Шутишь? Шутишь, играю. Это батарейка, которая от хитов по врагу заряжает активку. Нифига. Ну, наверное, можно взять. Блин, а Брим все такой же вафлянский. Даже как-то грустно, знаете. Какие же у меня будут лютые сопли? Ну, зарядка, конечно, ужас. Крохотный.
Волна с бомбами. Обычно волна с бомбами подсирает, когда ты прошлой волны не прошел. То есть она и подсирает, и помогает такая. Струка мелкая, зато напор огромный. Действительно. Блин, у меня бримстоун бомбы, а мне хочется их тратить, ну, не по назначению. Ладно, хрен с тобой. Не буду экспериментировать, явно не на нем. На ком-нибудь другом, хорошо. На всаднике надо было попробовать. Как думаешь, что лучше в билде с гвоздями? God Head или Sacred Heart? Ну, God Head, в принципе, лучше, чем Sacred Heart. Ну, хотя, не всегда, кстати. Не всегда. Но God Head все-таки, мне кажется, посильнее, чем Sacred Heart. Что значит билд с гвоздями? Гвозди же это обычный предмет. Ладно, давайте бахнем. Хелсап? О, еще терза разгоняется дальше. Sacred Heart же каждый дэмэдж ап на 2 множит. Кстати, я не знал, что модифицирует дэмэдж. Но God Head все равно крутой. 003, ну хоть что-то. А гвозди, так вот же они. Жопа! Спасибо за то, что ты такой хороший стример. Да не, в Айзеке-то понятное дело, что все ситуативно, да? В каких-то ситуациях God Head может вообще ничего не сделать. Но типа... Overall мне больше нравится God Head. В смысле, не знал, его же ради этого и берут. Мне Sacred Heart нравится тем, что он просто дает кучу дэмэджа сам по себе. И наводку слез. То, что у него модификатор урона, я даже не задумывался об этом никогда. Но в целом, Вайзеки... Не то чтобы есть большой выбор, что брать. Типа, видишь Sacred Heart и уберешь. Ой, блин. Я уже думал, все, конец. Надо заряжать перед этой комнатой брим, наверное. Только что со стрима Мэла пришел, он там не мог в гриде за Азазеля пройти первую комнату. Утеро. Кстати, я в утробе, по-моему, еще ни разу не был. С момента, как я начал играть в это DLC. Охренеть. Причем, по-моему, даже когда я грид-мод проходил на Аполеоне, у нас была не утроба. Ну, по крайней мере, она выглядела не так. Все, терза больше не стакается. Красивый эффект, мне нравится. Перчик что делает вот этот дохлый? Продолжаем тратить бомбы не по назначению. На вашем дискорд-сервере норм актив? Ну, наверное, да. Смотря с чем сравнивать. Вот никто не играл в обычные уровни, даже сами разрабы, потому что этаж делириума может крашнуть текущий сейв. Какой отстой. Сверху такая же пачка мух. Летающие мозги? Летающие мозги. Я придурок.
Ни хрена не резвые. Вот эта тема, она с бустерпака, да? Или нет? По-моему, с бустерпака. Я не помню, Пьюрити может снизить каптерзы или нет? Да, ёпта. Так чё эта херня делает? Стоит того или нет? По-моему, что-то не супер крутое, но и не супер плохое. Наверное, я рольну. Крутой предмет. О, кстати, ренжа. Ой, не ренжа, а ширина увеличивается с угольком. Убежал продуктовый за фунчоза. Надеюсь, ты сегодня долго стримишь и успеешь еще забежать хороших ранов. Да, тоже надеюсь. Давай, Фиаш, приятного аппетита заранее. Ну, ворс это anyway, уголек, наверное, лучше, чем тот предмет, чтобы он не делал. А. А, у меня мув спид сауры был. Попал вроде? Наверное, попал, потому что дэмэджа дал до хера. Либо мне просто до хера дэмэджа. Ну, мне кажется, лапка слишком сильна, чтобы ее не брать. Хочется в помещенную комнату, но я не уверен, что черное сердце стоит того. Точнее, то, что награда там, стоит черного сердца. Лёрта Саби не пришел Тидж. Да, явно не ворсет. Ну ладно, пофиг. Твои чехоталкие снаряды, ты почти не пользуешься этим, помни об этом. Ну, наверное, да. Но у меня первый ран на нем. Я думаю, еще долго буду привыкать. Хорошо то, что я вообще хоть иногда, наверное, юзаю эту способность. Лапа один красное, одно красное сердце переделал в три синих. Все верно. Охереть, бесплатный предмет. Бесплатный предмет в гридере. Ну как бесплатный такой? Относительно бесплатный, но... 12 урона сауры. Полифем? Этих перерисовали. Они такие глянцевые стали какие-то. Слушай, наверное, я изну одну лапку. Этих тоже перерисовали. Они прям подтекают теперь. И чё? Слушайте, в гриде так сложно контролировать ситуацию, это ужас. Либо все-таки я очень плохо играю. Что тоже не исключено. После Шоула что у нас? Сундук, где уже не будет сокровищницы, правильно?
Я не знаю, что он делает. Он пердит. Значит, ключ мы не покупаем. Хочу ли я двойную карту? Дес. Дейл. Ну, типа какой-нибудь Хайерофант или типа того. Еще один Дес. Давайте проюзаем. У меня юзается карта на нажатие стика. Потому что кнопка сломана. Это супер неудобно. Еще один Дес надо проюзать. Ура, я смог не потратить прим и стрельнуть картой. Ну, то есть, проюзать просто карту. Это всадники, да? Ну не, мне хп надо оставлять. Нет? Да даже не всадники были, хорошо, что не взял. Это контракт на убийство. Это когда ты поочередно убиваешь, да, и тебе дают ништяки. Блин, это теме РНЖ быть побольше. Даже, ну, область просто действия. Тебе РБ на геймпаде не работает, пытался выдуть пыль из-под нее. Чего же только не пытался делать. По-моему, она просто сломалась. Ну, то есть она нажимается, вот как бы. Все нормально, но может там с платой именно проблемы, я не шарю. Нихера себе. Че это на него нашло? Тут всегда были? По-моему, всегда. По-моему, вот эти руки тут были. Блин, меня отвлек мой чел. Хорошо, хорошо. Повзрывать бы их нафиг. Слушайте, ну визуально РНЖ вообще не меняется. Слушай, какой второй? А у меня вообще РНЖ прибавился или нет? А он вообще нахрен дает РНЖ или нет, сок? Он точно дает дэмэдж, а дает ли он РНЖ? Антибёрд. Эй, чат сдох? Стрим есть? Фу, блин, не пугайте меня так. Хорошо. Блин, ну эффектно зато. После прока, конечно, супер эффектно. Хорошо. А попал ли я? Он в инвизе, да? И одну бомбу взять, чтобы затестить на гриде.
Либо взорвать здесь висельников и понадеяться, то, что с них выпадет больше денег. Блин, вообще крутая тема, но я не думаю, что она мне нужна. Хотя, блин, опять же, на гриде можно просто затараниться и убить его нахрен. Хватит ли мне 6 сердец? Сверху. Да, наверное, хватит, можно взять. А, можно здесь, кстати, бомбу поставить. Ну? А? Лайкусик? Че, идем дальше еще? Еще одну. Давайте еще одну. Ладно, еще одну. Я не купил бомбу. Ну все, я в говне. Стоп, я думаю, это возможно. Я думаю, это возможно, но это... Но я закинул очень не очень. Наверное, если бы её прям в краешек закинуло, то... Ладно, бог с тобой. Слушай, я вроде брим не до конца же заряжаю. Почему прокает? Или я не успеваю среагировать? Ладно, все, я сказал, бог с тобой, значит, я ухожу. Или зайти... Ну, а вдруг? А вдруг там что-то крутое? Два сердца потратить, чтобы что? Ладно, пох. Хорошо, ему деньги не стоило подбирать, потому что при хите они будут из меня выпадать, он будет хилиться ими, но я хочу задонатить машину, чтобы это ничего не дало. Ладно, я и не надеялся, то, что грида супер сильно пробьет. Ну, у плевочка очень маленький радиус. Вот как бы ситуация, где он нужна, но в итоге... В итоге бримом лучше бахнуть. Наверное, это так не должно работать. Так деликатно подождал, пока я всех убью. Что-то сопли слабо навешиваются очень. О! Чего? А ты чё такой бешеный? Ну это попуга какая-то. Я, по-моему, большую часть дэмэджа получил от крипов.
Бляха, как у него мало здоровья. Ну что-то вы, друзья, перестарались с нерфом. Какая ужасная битва, жесть. Третьим урона нерф. Я уже не первый раз его убиваю вторую фазу, и на второй фазе у него очень понерфили броню. Очень сильно. Причем тут урон-то? Он как бы до этого был душноватый, да? А сейчас он слишком простой. Нужна какая-то середина. Чувак сбил мой прекрасный винстрик в две победы, затроллив меня сделкой. Нормально? Ну, мне понравилась альтернативная Азазель, но что-то мне кажется, надо бафать ему... Жопа! Ну, поздравляю с победкой. Раньше вторая фаза вроде мегажирная была. Спасибо, Олд Мерихим. Спасибо за 125 рублей. Ты еще тематически донат кинул. Да, вторая фаза была гораздо жирнее. Короче, блин, я случайно регнул мой винстрик в одну победу. Нет. Короче, либо чтобы от ренджей у него действительно был заметный скейл на плевок, либо просто сделать ему плевок более нормальным. Потому что, ну, ситуации, где хочется юзать плевок, он менее юзабельный, чем обычный бримм.